все. Что будет? Что будет? Откуда вот эти тени бегут? Что ты говоришь? Тени от... Да, бегущие тени. Это очень известное явление. Mm-hmm. Связанное с тем, что сейчас ну, в общем, колбасит солнышко наше. Mm-hmm. И... О, Господи, какая же красота! Да... О! Боже мой, такой красоты никогда в жизни не видел. Офигеть. Вон Венера. Да, Венера. Где полярное сияние? Алмазная пыль, алмазная пыль. Вообще я забиваю на фотки. Да, да, правильно, enjoy. Это самое темное затмение, которое я когда-либо видел. Самое темное. Это вот заревое кольцо, да? Это просто. Это офигенно. Ну круто, короче, мы это сделаем. Это лучше, чем любое затмение, которое я видел до этого. Полярное сияние я что-то не вижу. А что это полярное сияние, мне кажется? Может, дымка? Какое это красота? Тихо, охренеть. Самое печальное, что сейчас это все закончится. А? Сейчас все закончится уже. Все, уже сейчас будет обратно. Что, равномерно очень корона. Вытянутая достаточно, да. А? Вытянутая достаточно, да. Так, сейчас мой любимый момент. Все-таки выйдет? А. Вот я еще корону вижу. Я еще тоже. Ну почему она такой короткая? Ну, ну почему? Я еще хочу. Ну что? Не плачь. Да что? Еще подбираться вижу. Там, кстати, облачка. Mm-hmm. Облачка вот не будет. Ну, походу мы успели, короче. Очень круто все. Сейчас они еще бегут.
Итак, мы сегодня наблюдали полное солнечное затмение 20 марта 2015 года. Поселок Пирамида, Шпицберген.